Виноград плодовый Аттика – гибридный сорт, который входит в группу сортов быстрого созревания. С момента появления почек до формирования ягод проходит всего 100-120 дней. В климате средней полосы урожай собирают уже с конца июля. Аттика формирует крепкие кусты, они быстро растущие. Плодоношение обильное, 8 гроздей с одной лозы весом до 1 кг каждая гроздь. У них цилиндрическая форма и большой размер, длина доходит до 30 см. Виноград сладкий с нотками черноплодной рябины и черешни. Семечек внутри нет, но иногда можно встретить рудиментарные образования, оставшиеся от них. Виноград плодовый Аттика – это многолетнее растение. Виноград прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. Лист этого прекрасного растения по форме рассеченный. Весенняя окраска листочков зеленая. Виноград плодовый Аттика имеет ранний срок созревания. Плоды винограда созревают в месяце август. Масса плодов приблизительно 4-5 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Масса грозди достигает 600-900 грамм. Форма у ягод овальная, продолговатая. Окраска ягод темно-синий. Вкус сладкий, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что виноград плодовый Аттика – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.